без потери качества. Это очень важно. Пока у нас Барковский делает передачу на Корцова. Корцов приближается к чужой штрафной. Тонкий пас на Гордейчука. И Гордейчук делает счет 3-0. 42-я минута. Что-то совсем не пошло у Сморгони. Хотя, казалось, мы только и по делу, в общем-то, отмечали, что гости игру от своих ворот отодвинули. Но вот, пожалуйста, и Шубович... Открывается, ну, концовку уже эпизода показывают. Но, опять же, пробил так, что очень сложно было Хренчуку достать. Смешал ему и защитник, и расстояние было такое. С лету мимо, даже так вот как-то видим, что совсем рядышком, знаешь, вот этой серии «Видишь локоть, да не укусишь». Вот что-то примерно такое, может, мог почувствовать Хренчук в этот момент. Ну что ж, 3-0, 43-я минута.